Принцесса Евгения внезапно экстренно отменила крестины своего 5-месячного сына. Как сообщают британские СМИ, крестины первенца принцессы Йоркской Августа Филиппа Хоука Бруксбенка были отменены в последний момент, буквально за несколько часов до назначенного времени. Официальная причина – угроза коронавирусной инфекции. Непонятно, то ли кто-то из гостей получил положительный результат на тест, то есть кто-то контактировал с зараженным. В любом случае, мероприятие отменили, а новую дату пресс-служба дворца пока не сообщила. Торжественную церемонию планировали провести по традиции в Королевской часовне всех святых. А среди гостей должны были быть самые близкие родственники. Прабабушка Августа, королева Елизавета II, принц Эндрю и Сара Фергюсон. А также тетя виновника торжества, принцесса Беатрис с мужем Эдуардо Мапелли-Моце, которые скоро станут родителями. Всего на мероприятии ожидалось, согласно правилам, установленным во время пандемии, не более 30 человек. И поскольку среди приглашенных есть лица, находящиеся в зоне риска, это 95-летняя королева и беременная принцесса, уровень мер предосторожности максимальный. Надо сказать, что сама принцесса ведет довольно открытый образ жизни. Недавно она поделилась кадрами с прогулки с сыном по Грин-парку, а месяц назад вместе с мужем Джеком Бруксбенком посетила презентацию книги британской телеведущей и бизнесвумен Поппи Джейми, которая прошла в Лондоне. Напомним, принцесса Евгения и Джек Брусбинг познакомились более 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016 года британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя полтора года. О том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018 года. Их свадьба состоялась 12 октября 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. 8 февраля 2021 года принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 кг 600 грамм. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.